Добрый день, сегодня анбоксинг. Перед нами вот такой вот страшный пакетик с не менее страшной внутри головоломкой. Я еще не вскрывал, хотел просто показать, в каком виде она поставляется, чтобы вы не пугались. Может быть, производители, продавцы уже придумали для этого какую-то упаковку, но у меня вот в таком вот пакетике. Откроем. И достанем то, что внутри. Почему нет коробочки? По крайней мере, у меня. Вот он, волчий клык. Коробочек нет, потому что, ну, во-первых, головоломка нестандартной формы. А во-вторых, это чаще всего, а, наверное, даже всегда, достаточно кустарное производство. Если присмотреться, мы легко заметим вот здесь вот скьюб. Вот он, скьюб. А вот это элементы уже знакомого нам скьюба, который Diamond. То есть, по сути, взяли две головоломки, скьюб и Diamond скьюб, и объединили. Причем оставили углы от скьюба, а центры от Диамонда. То есть центры здесь четырехцветные, их поставили вот на это место. Но углы остались свои. В итоге у нас получилось такое чудо-юдо, которое выглядит как какой-то ежик. Ну а по сути, собирать это нужно как скьюб и в конце использовать алгоритмы для разворота центров. Они есть разные, выбирайте свои. Конкретно здесь я их показывать не буду. Возможно, когда-нибудь сделаю обучающее видео. А так, вращается. Ну, крестовина-то одна. Понимаю, крестовина, что у этого скьюба, что у этого Диамонда. Она была всегда одна и та же. Но проверять, конечно, не буду. Ну и, соответственно, какое-то схожее вращение должно быть здесь. Здесь вот подшипники. Все достаточно сухо. Смысл собрать здесь, видимо, сначала углы, ну и потом уже расставить по местам центры. Причем здесь, наверное, придется посложнее немножко ориентироваться, поскольку вот белая грань, и здесь должен быть центр. Но на этом центре, видимо, не должно быть белого цвета. А, видим зеленый, серый, желтый, красный. А белые цвета у нас вот здесь. Ну, как-то так. Видимо, можно как-то и по-другому собрать здесь это все. Ну, вот поставляется именно с такой расцветкой. Хотя здесь, смотрите, синий совпадает. Возможно, все не так просто. А как было бы гармонично это все сделать, кто бы знал. Красный здесь совпадает, а белый почему-то нет. Желтый не совпадает. Ну, как-то вот так вот вписали. Надо еще поизучать, как лучше. Возможно, здесь собрали неправильно. А может, это и не важно, и поворотами можно собрать любую расцветку. Надо будет поэкспериментировать. Ведь нам на обычном скьюбе ничто не мешает менять центр местами. Правда, есть какие-то недопустимые ситуации. Ладно, поэкспериментируем. Ну, вращается вроде бы терпимо. Если мы сейчас делаем 6 пиф-пафов, то углы должны вернуться на свои места, а центры переставятся, вернее, развернутся вот эти и вот эти. Ну, наверное, сейчас перемешивать не буду. Оставлю это на попозже. Но кому это нужно? Ну, кому стало скучно собирать обычный скьюб и захотелось чего-то поинтереснее. То есть, выглядит страшно, но на деле обычный скьюб, где нужно просто поразворачивать центры. Шейп-модов скьюбов достаточно много, и это один из них. То есть просто центры заменили на такие вот четырехцветные элементы от Диамонда. Только и всего.
Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.